Сегодня мы поговорим про начало битвы на Курушетре. Вот. Она произошла из-за проклятия Видуры, воплощения Нараджи. Подожди. Она произошла из-за проклятия Видуры, воплощения Ямараджа. А где? Из-за проклятия Акур, по посланию. Ну, произошло по многим причинам. Ну да, в первую очередь, потому что Кришна захотел. На ней сражались пандавы и кауравы. Это не честная битва. Кауравов в 100, даже больше. А пандавов всего 5. Я протестую. Это не честный бой. Вот. Это битва, на которой... Сказание Бхагавад-гиты было рассказано Господом Кришной Арджуне. Об этом написано в Бхагавад-гите. Кто не читал, обязательно читайте. Если вы еще эти книжки продаются даже в магазинах, таких как «Читай город». Все такие улыбаются, Дим, да, сражение такое, знаете, у нас куравы. Улыбаются, радостные. Наконец-то можно будет посражаться. Мы засиделись с девкой. Ариана, ты хоть бы перерыв сказала или что? Ариана, что, заканчивай? Заканчивай? Ариана, ты, наверное, тогда жила, да? А? Ты, наверное, тогда жила. Что? Ты тогда жила, принимала участие, наверное, в битве. Нет, если бы я принимала участие в этой битве, я бы тут уже не рождалась. Думаешь? Да, Ариана, ты там рассказываешь ей что? На этой битве погибли все 100 кауравов. Да ладно. Может быть, 101? Нет, одна девочка. Нет, Дурьёхану убили. Да ладно. Варя, что ты с ней? Ариана, ты за шею схватила. К вам пришла посылка. В общем, эти кауравы, они вот я включаюсь. Короче, эти кауравы отстой. И их всех убил Кима. Да ладно. Это какую-то альбомническую историю рассказывает. Он поклялся, что убьет всех кауравов. И скажите мне, пожалуйста, логику, ребят, в комментариях. Вот сегодня мама читала Шримад Бхагаватам. Там было написано об уходе Дхритараштры. Он отвлекся от мира. И как все другие йоги-мистики, он нашел себе огонь.
будет ходить всю жизнь с завязанными глазами. Никого не будет видеть. Вот. И, блин, где логика? Она увидела, что Дмитрашка лезет в огонь. Как она может увидеть? Скажите мне. Она по запаху почувствовала. Огонь не пахнет. Она по теплу почувствовала. Тут разжигает там. Она там была где-то в лесу, что-то там плохо собирала. Она учуяла костер. Поняла, что он, наверное. А может, она уже с повязку сняла? Нет, она одна из целомудренных женщин. Как она могла увидеть огонь? Скажите мне! А я там много непоняток. Это ну что, вы нарисовали более-менее получается? О, у Рианы вообще там что-то шедевр. Что-то ну, давай, давай посмотрим. Вообще, шедевр! Я закончу. Да, не видно, не видно. Смотрите, у нее колесница, тут вообще красота какая-то. Смотрите, она рисует. Что зарисовывает. Много. Но все равно, смотрите, Анечка, какая прелесть. Анечка, я пошла. Да. Да, и Анечку не учится рисовать. Это здорово. А если пойдем гулять? Папа, пойдем гулять! Только одеваться надо. Мы еще я сделаю бога. Ты будешь петь, нет? Он может вообще. Запомнила, о чем мама, будет петь. Мама, ты какая-то сама. Я еще раз буду спрашивать, о чем был первый стих. Я улетела. Давай. Ты улетела, а обещала вернуться? Нет, я а рисунок свой забыл. Смотрите, что у меня, какие боги! Что? О, боги, боги. Смотрят с небес, смотрите. Вообще. У нас сейчас тут будет Бхагавад-гита. Картинка. Да. Будем потом придумывать. Я пошла гулять. Отлично, очень получается у тебя, мне так нравится. Сейчас. Ой, какая тяжелая стала. Следующий наш будет стих про дурёшку. О, это отдельная тема, это вообще. Это любимая тема от Драупади. Про дурёшку? Что время уже? Ой, я получается не снимала, что ли? Ого, что это, Ариш? Это ты сама рисовала? Это не я. А кто? Папа.